Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Я сегодня в магазине «Фамилия». Это Москва, Новокосино, улица Салтыковская, 49А. Давайте с вами посмотрим на новинки этого магазина. Посмотрим с вами на кружки. Вот такая интересная, тяжелая. Стоит такая кружка 250 рублей. Дальше вот такая большая кружка с черепахой. Уже по скидке 169 рублей. Вот тоже интересные, опять же, черепахи. 299 рублей, 540 миллилитров. И вот тоже красивая кружка с бабочкой внутри. 259 рублей, 340 миллилитров. Смотрите, мне еще вот такая понравилась, лаконичная. 169 рублей. И аккуратно все сделано. Такая 300 рублей стоит. Еще вот такая тоже приглянулась. Интересная форма. 239 рублей. 480 миллилитров. Интересные вазочки. Малышки. 350 рублей. Очень хорошенькие. Распродают вот такое блюдо. 509 рублей. 23 сантиметра. Так, наборчик давайте вам тоже покажу. Здесь два саше и аромадиффузор 30 миллилитров. Набор такой стоит 500 рублей. Разные варианты. Есть еще вот такой лаванда и райский сад. Вот такая кружка тоже мне понравилась. 300 рублей, 450 миллилитров. Вот такие обычные кружки. У нас их тут, я вижу, на полочках целых 4 штуки. 149 рублей. Качественные, фарфор. Замечательные кружки. Вот такая. Мы с вами такую смотрели в другом магазине. 300 рублей. А вот это, конечно, вау. Вы только посмотрите. Графин. 500 рублей. И у него бамбуковая крышечка. По-моему, тут должна быть все-таки керамическая. Есть выемка. А есть вот такие графины. 500 рублей тоже стоят. Вот здесь, да. Здесь я поверю, что крышка родная. А у предыдущего все-таки должна быть керамическая. И еще вот такие графины. Тоже новинка. 600 рублей. В горчичном таком цвете. Большой объем. Сколько здесь? Не вижу. Но я думаю, чуть больше литра здесь есть. Набор стаканов 6 штук. 270 миллилитров. 800 рублей. Это акционная цена. Хорошенькие стаканы. Стекло прозрачное, интересное. И вот такой стаканчик мне понравился. Тут не стакан, а бокал. 200 рублей. Есть за 250. Вазы. Почему-то без опознавательных знаков. Сейчас вторую посмотрим с вами. То же самое. Даже странно. Ну ладно. Горшки новые. 300 рублей. Тоже уже идут по распродаже. Вот такой горшок тоже интересный, 500 рублей. Но это не горшок, это уже кашпо. Указан горшок. Смотрите, какая декорация. Так, 489 рублей. Кактус. Интересный. Легкий, наверное, полирезин. Да, резина, все правильно. Здесь же вот такая шкатулка, Будда. 639 рублей. И вот такая мисочка, салатник. 11 сантиметров, 349 рублей. Они разные. Новые формы для запекания, 900 рублей. Вот такая.
терракотовом цвете. И мне понравилась еще вот такая кастрюлька, тоже новинка. 1700 рублей. Из новинок вот такая форма для запекания, 700 рублей. Спартак. И вот такая еще тоже фарфоровая форма. Она стоит 900 рублей. Еще вот такие малышки, форма для запекания. 20 на 13, 450 рублей. Тяжеленькие-тяжеленькие. И большая. 27 на 16. 850 рублей. Отличные. Так, еще вам покажу вот такую. Что это такое у нас? Миска или форма? Миска 2,1 литр. Слушайте, Liberty Jones. 700 рублей. А вот эта форма тоже Liberty Jones. Но не удержалась, естественно, заглянула на Wildberries. Там самое дешевое такое блюдо стоит 1000 рублей. А самая дешевая миска стоит 1200. Вот так вот. А здесь всего лишь 700. Но мне цвет не очень нравится. А так бы я бы взяла. Тем более, что это Liberty Jones. Вариант попроще, но тоже хорошенькая. Вот такая форма для выпечки. 300 рублей. Сахарница, ракушка. Фарфоровая. Так, цена 400 рублей. Дальше есть вот такая сахарница. Тоже 400 рублей. Простенькая. Так, что еще вам тут интересного покажу? Баночки, посмотрите. Здесь прям 3 этажа, здесь 2 этажа. Такая стоит 549 рублей. А вот такая... Очень много новинок появилось. 449 рублей. Ну и обычная вот такая вот лимонница. Не лимонница, смотрите, тут даже с внутренней чашей. Не просто блюдечко, а чаша внутри. 300 рублей. Емкость с крышкой. Давайте открою, покажу вам. Вот так вот все это отдельно выглядит. От Пашабахче тоже вот такая масленка. Я тоже сюда залез, открыл. Но брать не стал и назад не упаковал. 450 рублей, поэтому мы с вами сейчас на нее посмотрим, и я ее уберу обратно в коробочку. Хорошая. Я думаю, большой кусочек масла здесь поместится. Плотно сидит, крышка никуда не убежит. И посмотрите, мне уже тут приглянулась сразу вот эта тарелочка за 300 рублей. Такая нежная, красивая, аккуратненькая. Кютахия. Я так понимаю, Турция. Да, Турция производитель. Все, масленку я упаковала. Она стоит и вас ждет. Приходите, забирайте. Смотрите, сколько всевозможных наборов. Салон к перечнице. 169 рублей. Это даже очень хорошо. Интересно, из чего сделано. Не могу найти. Причем это Юлия Высоцкая. Наверное, фарфор должен быть. И еще вот такой наборчик. Тоже соль, перец. Красота в мелочах. 199 рублей. Девочки, да, это фарфор. Но Юлия Высоцкая другого не могла выбрать. Очень хорошие. Маленькие салатники. Порционные. Вот такая фарфоровая салатница. 200 рублей стоит. Тут очень много всевозможных. И как соусница можно, и как блюдца. Вот такая. 159 рублей. Кольца для салфеток. 600 рублей две штуки. И вот такая еще салфетница. 250 рублей. Посмотрим с вами еще немножко тарелок. Вот такая тарелка большая, 27 сантиметров, 400 рублей. Керамика тяжелая. Вот какие интересные. 349 рублей, прям ресторанные. Из новинок вот такой салатник, 300 рублей. Керамика хороший.
качественно сделан, мне понравился. Вот такой салатник, уже по скидке 169 рублей. И здесь же есть вот такой вот еще тоже. Нет, посмотрите, а этот стоит 569 рублей. Это вообще форма для запекания. А в чем разница? Салатник, а это форма для запекания. Да, они, по-моему, одинаковые. Фирма одна. Цвета только разные. Интересно. Так, вот такой салатник, 199 рублей, но он легкий-легкий. Мне кажется, это доломит. Вот тоже интересный, 229 рублей. Мне нравятся вот эти салатники. 200 рублей 11 сантиметров. Можно взять прям целую коллекцию. Еще и вот такие 10 сантиметров 199 рублей. Эти к первой кастрюльке, которую я вам показала. И можно взять еще вот такую вот чашу большую. Миска 3,8 литра 1599 рублей. И это тоже Liberty Jones. Цена на эти миски, сейчас посмотрела в интернете, стартует от 2500. Хлебницы, посмотрите, два вида. Но это уже с браком, к сожалению. Да, тут уже все развалилось. Вообще, это должна быть доска, на которой можно резать хлеб и убирать. У меня такая есть. 1700 рублей стоит. Вообще мне нравится. Но видите, тут все, к сожалению, развалилось уже. Так, а вторая хлебница, ну, такая обычная. Слушайте, толстые стеночки хорошие. Цена 2000 рублей. Ой, какая стильная вещица. Всего лишь за 150 рублей подставка для яиц. На 6 яиц рассчитано. Так, тут тоже есть формочки всевозможные для запекания. Малышки по 99 рублей. Вот это побольше стоит 199 рублей. Меня интересует вот эта нижняя. Сколько стоит она? К большому сожалению, она с браком, поэтому всегда все просматривайте. Ценника не вижу. Нет, ценника нет вообще. Очень жаль, что с браком, и очень жаль, что без цены. И такая тоже приятная, хлеб не можно выпекать. 420 рублей. Есть силиконовые формы. Здесь силикон, ну, такой средненький. Бренд Apollo. Стоит 450 рублей. Ой, какая красота. А где цены? А вот они. Кухонные мелочи Сималэнд 300 рублей. А вот такая форма 300 рублей тоже стоит. И это Валмер. Вот такие интересные банки. Здесь крышка навинчивается. И еще вот отдельная вот такая сверху одевается. 209 рублей с ложкой. И вот такая матовая тоже мне приглянулась. 300 рублей. Вот эти мои красотки еще продаются, но без ушек, только сердечки остались. Была еще баночка с ушками. Я приобретала, маме подарила, ей понравился наборчик такой. Так, банки для сыпучих 450 рублей. Так, ну, есть поменьше объема. Мне интересно, вот эта банка. Ой, она такая тяжелая. 500 рублей. Валмер. Все, жду, когда вот эти баночки подешевеют. Ну, не дешевеют, хоть ты тресни. Я бы одну себе такую взяла. Привезли новые, вот они уже подешевле. 420 рублей. 1300 миллилитров. Ох, создавая мечты. 259 рублей. Стакан настольный. Жестяные баночки новые появились. Вот такие вот. Серия «Лаванда». 200 рублей. Ну, вот такие мы с вами уже смотрели еще до Нового года. Сейчас они распродаются. 239 рублей. А вот такие баночки
199 рублей. Вот эти тоже мы с вами смотрели. Здесь деревянные крышки, прям деревянные. 400 рублей баночка стоит с монстерой. А вот такая баночка стоит 320 рублей. Крышки прям вот дерево, девчонки. Так, еще жестяные большие банки, тоже лаванда. 400 рублей. Тоже, смотрите, разные. Щетки вот такие сейчас на распродаже, 209 рублей. Есть что выбрать для животных. Например, вот такие ушки кролика, 179 рублей. Лакомство бычий корень, 379 рублей. Ну и всевозможные игрушки тоже. Такая стоит 120 рублей. Кошкам, собачкам, всем можно подобрать. Ой, даже кошачья мята есть. 129 рублей. Девочки, даже ёршики есть. Создавая мечты. Такие, как в Икее продавались. У меня, к сожалению, заржавел, поэтому не знаю, стоит ли вам рекомендовать или нет. Я не оценила их. Так, и еще вот такой вот вариант. Тут совсем прям не ржавейка. Должна быть нержавейка. 600 рублей, а вот эти 500 рублей. Далека увидела вот такую кастрюльку на 1,5 литра. Понравилось. Пришла посмотреть цену. 950 рублей. Ковш эмалированный. Причем есть вот такой в красном оттенке. Есть. А вот такой вот вариант. И синий. Какой вам больше нравится? Я бы, наверное, остановилась на синеньком. Хотя и красный нравится. Наше российское производство. Состав сталь и жаропрочная эмаль. А вот сейчас расстроилась. Ну, сразу видно, что это наше российское производство. Ну, как так? Ну, ребят. И второй синий ковшик точно такой же. Не так, конечно, заметно, но заметно. Блин. И красненькие тоже все такие. Вот подстава. Я так его хотела. Готова была его купить. Смотрите, еще какие есть замечательные чугунные сковородки. Малышки. 979 рублей. Есть обычные круглые, есть сердечки. Смотрите, указано, что это декоративная подушка 17 на 10 на 17, стоит она 500 рублей, но вообще это стопер для двери. Вот тут вот неправильно, а тут правильно указано. Да, это стопер, я такие в Думаркет видела, прикольные, тяжеленький такой. Распродают вот эти большие корзины, но тоже надо ведь выбирать какие-то местами не очень. Сейчас они стоят 1100 рублей. Думаю, взять, не взять. Шить туда чехол, белье складывать после того, как оно высохнет перед глажкой. Подумаю сейчас. Заинтересовалась. Небольшие органайзеры с крышками для детской комнаты отлично подойдут. Для игрушек, для канцелярии. 250 рублей. Прозрачная крышка. Есть еще с пингвином. Маленькая. Маленький органайзер и побольше. Он стоит 300 рублей. Не помню, сколько стоит в фикс-прайсе. По-моему, подороже. Здесь 320 рублей. Вот такой органайзер большой на 16 литров для овощей. Интересная ваза. 900 рублей она стоит. Большая. И вот такая тоже мне понравилась. Малышка. 600 рублей. Такая ваза стоит 390.
Ну и чтобы совсем уж собрать коллекцию, которая сейчас продается в Фикспрайсе, можно взять вот такую вазочку до компании 420 рублей. К Сканди. Корзиночки такие небольшие, 600 рублей. А здесь подносы 700 рублей. 1800 рублей полочка. Эту композицию с сухоцветами мы с вами смотрели. 630 рублей. Да, они также и стоили. Ой, какой пуфик симпатичный. Знаете, себе не могу простить тот пуфик, который был у меня в одном из обзоров в виде слоника. Он стоил, по-моему, 1600 рублей. Я его не взяла. Сейчас так жалею. Вот до сих пор прихожу в фамилию и думаю, что, может быть, ну, сегодня, ну, еще раз привезут. Но нет. Вот такой вот пуфик. 2300. Деревянные ножки. Здесь придется ухаживать. Видите, уже треснуло дерево. Маслом надо смазывать. А вот такой столик стоит 3000 рублей. Тоже деревянный. Тарелка к Пасхе от Luminarc. 200 рублей. Упрочненное стекло. Ну что, мои дорогие, на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Очень надеюсь, что мой обзор был для вас полезным и, самое главное, интересным. Да, сегодня определенно интересно, даже мне было очень интересно снимать для вас обзор, ну и самой для себя что-то выбирать. А я с вами буду прощаться. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.